завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Коммунальные технологии». Дело передано в Калининский районный суд. Генеральному директору компании «Коммунальные технологии» предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности на сумму более 500 миллионов рублей, а также в неисполнении двух вступивших в силу решений суда. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащую обвиняемому квартиру, а также находящиеся на его банковском счете денежные средства. Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается результатами, проведенной по уголовному делу финансово-экономической судебной экспертизы, показаниями более 100 допрошенных по уголовному делу свидетелей и другими материалами уголовного дела. Сегодня в Калининском районном суде начались слушания по этому делу.